Внимание всему оголтелому мобу! Корпорация тяжелого рока приглашает всю московскую тусовку на новогодний угар с участием группы «Коррозия металла» и ее моднейших секс-звезд. Тусовка состоится 30 декабря в Моноклабе. Ждем вас! Сидор, сдай майонез! Блядь, слушай, подожди. По поводу майонеза, хочу сказать, смотри, вот есть такой канал, например, допустим, да, Перец, там вот майонез там есть, и Пореченков, он, блядь, и разведчик, и контрразведчик, и даже доктор, блядь, и как это, доктор Дидус, или доктор Пидус, как он, доктор Микус. Давай, Берсерк, двигай почили. Я хотел не про это сказать, про майонез. Была передача прям буквально месяц назад про майонез и про всю хуйню. Просто вот о чем я хотел сказать. Вот. Значит, что майонез Ряба конкретно, ну это полная хуйня, белая, она как снег. Она вообще ничего к майонезу вообще никакого отношения не имеет. Вот повар сидит, вот реально, вот он в курсе событий вообще. Ряба, вот они просто построили завод и думают, бля, завод пропадает весь. Кого взять, какое лицо? Взяли хуяк Пореченкова. Люди отупели, блядь. Это не связано с сегодняшними выборами или с завтрашними просто. Дело в том, что просто, понимаете, за деньги решается все. Ребят, я, значит, хочу как староста КТР всем объяснить. Значит, все, что касается продукции, любой, вообще любой просто. Если у вас продукция реальная, реальная для людей, по нормальным ценам, по благородным, то есть мы на любом телевидении, на радио, на концертах, на любых, будем просто пиарить ваши темы практически бесплатно за минимальный прайс, то есть какой-то вообще просто мифический. Тяжелого рока приглашает всю московскую тусовку на новогодний угар с участием группы «Коррозия металла» и ее моднейших секс-звезд. Тусовка состоится 30 декабря в Моноклабе. Ждем вас!